А вы в курсе? Че, места нет? Что это такое, блядь? Да, типа. Так думаешь, они трахаются? Я думаю, они трахаются. Причем все вчетвером по очереди. Вот здесь. Там сейчас можно было поймать хороший кадр, кстати. Блин! Ребята, ВЛГ в нарезке, вы представляете? Смотрите, зло играет в то, что мы играли. Пиздил. Заебал. А вот и я играл. Бля, знаешь, сколько адаптер стоит, Питер, чтобы, блядь, с проводами не бегать? Да хуя. Тридцатка, блядь. А, ну, ты да хуя, хуйню да. На голову вешаешь и можешь, блядь, хуярить свободно без провода. Подожди, для какого именно VR? Про. Ну, для Valve Index, наверное, не подойдет, правильно? Конечно. Ну, блядь, в пизду. Пожалуйста, я давай. Я просто все это время, ну как стрим закончил, яйца чесал. Да ладно, ребят, когда это самое, она так не говорит обычно и не делает. Долбоёб. Фу, яйца. Раздражение пойдет от твоих яиц. Бля! Ебать, она его, конечно, это булит. Блять, как плохо это. Что от твоих яиц раздражение пойдет? Чего? Вон, чтобы не было раздражения, нужно, блядь, где он яйцами помазал. Базерон АЦ. Базерон АЦ, вон, видели? У меня даже он тут лежит, блядь, базерон. Да, блядь! Он нихуя не работает, кстати. Он работает. Нет. Мне помогает, ну, видимо, у всех по-разному. Бля, я реально пользуюсь. Даже... Намазал, это не реклама нихуя. Намазал, у меня еще больше грибов выскочило, блядь, и я такой, фу, нахуй. Грибы, нахуй, ты там, ты че, блядь, ты плесень, что ли? Да не-не-не-не-не, просто они все так работают. Сначала ты должен мазать, мажешь этой хуетой. Потом, блядь, терпишь то, что у тебя еще и обостряется, а потом, типа, у тебя... Не знаю о чем ты. Я помазал меня на следующий утро. А потом ты просто должен свыкнуться с этим, понимаешь? И потом просто мажешь его, и все норм становится. Сейчас нет. Ну и все. Ну, иногда вылазит. У тебя бывает на жопе прыщи? Нет. Ладно. Вот волосы у меня бывают. Ой, блядь. Или знаешь, когда яйца побрил? Там, блядь, как-то волос, нахуй, внутри остался и такой... Ёбаный свет. А чё ты, блядь, не, яйца не делал? У меня на яйцах так много волос нет, там просто побрил и всё нормально, как гладенько. Чё у тебя там за волосы, я хз. Чел, у меня такие жгуты, блядь, лифтовые, нахуй, растут в трусах. Ну как у того орангутанга, я понял. Да нет, это, блядь, хуйня всё. Вот жопа у меня, пиздец. Смотря ещё, чем ты яйца бреешь. Чем? Бритвы. Станок или электрическая бритва? Нахуя ты... А ты не боишься надрезать яйцо себе, блядь? Электрической Нет. бритвой. Слушай, ты когда много Погоди! Раз, ну, часто бреешь, Погоди! Яйца привыкают, блядь. Погоди! Они стальными становятся. Погоди, чё? Ты электрической бритвой яйца бреешь? Нет, станком. А чё ты мне обычным. Про электрическую рассказываешь? Я у тебя спрашиваю, чем ты, блядь, это делаешь? Так станком обычным. Ну, а чё ж тогда? Надо говорю, купить бабский станок, жилетовский, бабский именно. И вообще кайф будет. И бабским станком брить себе мужские яйца? Чел, да, потому что... Мне кажется, они не признают... Бля, учитывая твои волосы, чел, блядь, я тебе станок еще раз говорю, сломаешь. Лучше бритв, чем бабские станки, не существует. Я тебе говорю об этом. Вот прям, я тебе говорю, специально можешь тест даже провести, купить... Ну ты не сравнивай, что они там бреют себе, да, и что там у тебя, ну, блядь. Ну так и что, если для пизды это сделано, чтобы клитор себе не отрезать, блядь, бритвой, тогда почему я не могу себе на ебальник этой нежной... Не да, блядь, я условно говорю. То, что условно можно купить себе эту бритву и брить ебало. И никогда с раздраженным не выходить. Потому что там какая-то, блядь, ебаная... По-моему, это одна и та же смазка хуйня. Авокадо, бля, я ебал. И этой хуйни хватает на месяц. Я так спросил у своей, думаю, купи, блядь, хватает? В продуктовом магазине авокадо, намажь на яйца, блядь, и побрей. Если я... Да я сделаю дырку в авокадо и буду... Ладно. Ну это тоже как способ смазки. Нахуй отсюда, все. А как Баба я могу говорят, не орать? Наоборот. Нихуя, бля, ребят. Ты яйца Андрея. Свои ко мне к лицу притаскиваешь. Андрея, я сейчас пойду вниз и скажу родителям Андрея, что ты свои яйца мне к лицу притаскиваешь. И чё, родители Андрея, чё скажут, блядь? Вова, не делай так, брат. Вы типа уже вместе 3 года, блядь, а не делай так. А живут, блядь, у Модестл. А я не понимаю, как реально это вот, если с точки зрения философский вопрос такой, а как они так живут-то? Так. Они же в доме живут. Большой ну, дом. Да, большие яйца. Большой дом, большая крыша. Но в чем прикол-то? Да я сколько знаю. Ну они же друзья. Чё. Если разрешают, что бы и не жить. Швейцарская семья. Ребята,
Мне кажется, они свингеры. Мне кажется, они свиньи. Нет, они не свиньи. У них все чистенько, чисто плотно. Да, что ж, раздражение... А что, блядь, ребят, я не с целью оскорбить это сказал. А хуй знает. Я не с целью оскорбить это сказал. Прикиньте, как охуенно. Михаил, спасибо за переподписку. Ну, с днём рождения. Кто тебе станет стыдно? Красава. Иди отсюда. Только что про яйца говорила, сейчас микрофон в рот берет. Балдёж. На нахуй хрясь тебе, блядь. Забыл микрофон выключить. Сука! Сука! Давай дурак, блядь. Пиздец. Блядь, братишка, чё ты делаешь, блядь? На нахуй хрясь тебе, блядь. Мыся, за спину можно, блядь. Надо нам как-нибудь опять в VR поиграть. Ой, блядь! Да надо, я, блядь, просто жду, когда тайтлы будут нормально выходить, а не вот это вот все, что там злой. Да алё, фазмофобия. Ебать! У меня место. А если вам нужны клипы пожестче, поинтереснее. Пожестче, поинтереснее, блядь, то уходите с моего канала, блядь. Что там может быть жесткого в телеграме? Жесткое вот сейчас залетает, смотри. Кому выглядели 9 лет назад. Я была просто в восторге. И я нереально. Ебать! Это чё, Ксюха, что ли, Модестал? Блять! Ну, рада, что я здесь сейчас нахожусь. Ебанёшься, вот модель по-русски, Ксюха, кстати, на минималках, так скажем, да? Но только у нее плечи супер маленькие. Месяца 3 ты будешь на нее похожа, думаю. Mm-hmm. Но только нос у тебя нормальный будет. И глаза не такие. Брови такие же, губы такие же, улыбка не такая тупорылая. У нее как будто верхней челюсти нету. Она вот так. Я им кормлю своих ящерок, кстати. У меня ящерки есть. Я покажу вам их. Чё? Ты на свай? Таракан. А, он ловит, ну, тараканов чё? И ест. Готовы, ребят? Мне кажется, что да, готовы. Сейчас сам сожрет. Беру. Ясно, блядь. Плюс еще какой-то неизвестный вирус. Ребят, вот с чего корона-то появилась, блядь. Жуков ест, блядь. Летучие мыши, жуки, потом, блядь, люди страдают. Смотри на себя, каким ты был. Ебать. Нормальный был-то. Ёбаный в рот. Какой же ужас, блядь. Какой же ужас. Ебать, чё за говно, блядь? Ты чё, прикалываешься, что ли? Чувак, чё ты скидываешь, блядь? Я осуждаю, чё это за хуйня, блядь? Ты чё, это вообще не я, на самом деле. Это какого-то другого... Слушайте, даже надеть сяску. Успеть. Ну, там руку вверх поднял. А, я понял. Не получится, а что это такое? Хорошо. Где? А если ты выигрываешь, ты это? Должен... Вот это что? Ну, это шоу, типа, камерная штука. Понимаю, а я надеть каску, естественно. Кто правый будет, резко берет, по башке хуярит эту дубинку. Блядь, так быстро ты, ебать. Хорошо, Рим. Я выиграл. Да? Нихуя, он, слышишь, солидный такой, блядь, сидит. Бля, хорошо, меня там не было, прикинь, по башне мне хуярить. Не перенес. Хорош, у него контентич, блядь, апнулся, пиздец, уровнем. Так, ребят, сюда. О, упал! Ну, опять, едите! Видите, такое каждый день, типа, ебашить не получается. Просто это же продакшн все жесткий. И куда мне его, сука? Я знаю, куда. Дарк Соулс? Ой, там сиськи. Ой. Ух. Ну, что-то тоже такой себе. Ой, извините. Ебать. Пока нет. Чё за нахуй? Он её увидел. Всё. Он всё увидел. По-моему, это небезопасно, нихуя. Я вообще против такой хуйни, типа. Я тоже, да. Чё за залупа, типа, приносят, блядь, дикого животного. Не в том плане, что... Я в плане того, что ему хуёво, наверное, блядь, смотреть на этот весь пиздец. За да бабки, не, он ещё мелкий за бабки, просто. За бабки реально вот таких приводят тебе домой. Ты сидишь, веселишь с ними. А чё сказали? Что, сиськи его, девчонки, и он... Изучать два молодых пути... АААА! Бля! Да мне это... Видос кинули, короче. Я думаю, тебе репортаж за хуйня, а там я мимо прошел, блядь. Нас, короче, с Шевцом на РНТВ добавили. Блядь.
Прикинь, да? А что вы там делали? И даже нахуй не спросили. А что там было-то? Они взяли кадры, где мы гуляем по Америке и говорим, какая там хуёвая еда. Короче, у них был репортаж, какая Америка хуёвая. И они, блядь, взяли вырезку из видео IT-педии, где он говорит, что там хуёвая еда. Ну и мы там вдвоем типа, жрём такие, бля. Дефолт. А Витя Четбанет говорил о том, как агрессия в играх, блядь, ну, все хорошо, надо маму вырубить, папу вырубить, и можно ещё... Да, это взяли, тоже вырезали, блядь, вставили. РНТВ это пиздец. С Украины. Какой Украины? А, они меня еще украинцы назвали. Я не из Украины, блядь! Да ладно, чинь-чон-чон-чинь, блядь. Еще и надо... Да все, поняли все уже. Да? Ебать, половина видоса. А? Ну он меня на полвидоса вставил, молодец. Твичеру. 8-3, давайте дальше. Ну как тут, блядь, сказать? Солнышко мое, вставай. Ласковый такой, красивый. Бля, Алексей, а вы не думаете, что это может быть типа вампир, не? А нажми. Я вам видик снимала. Видик. Понюхай носиком попочку, там и снюс найдешь. Пахнет хорошо. Бля, ебать, она убирает нахуй просто. Hello. О! Иди нахуй! Прикинь, убил. Скримак. Ёб твою мать! Да, собственно, на аудиозаписях говорилось, что бабка-то поехал, никого не узнает, иногда выходит ночью погулять без одежды. Мам, мне говорят продавать свои голые фотки за деньги, представляешь? Я бы купил, кстати. Нет, ты как считаешь, это нормально? Нет, вот я сейчас полностью серьезно говорю. А? А мне бы она бесплатно скинула. Ты уверен? Да. А чё? Я уверен, нет. Ты ошибаешься. Давай OnlyFans создадим, я тебя буду в жопу там ебать. Давай. Только за сколько мы это продавать будем? Чел, ну за 5000 вход. Ну ты мне процент больше все-таки тогда. Ну да, потому что тебя в жопу ебут. Согласен. Ну вот. Тогда ты получаешь 3, я 2 рубля. Отлично. Да, дядь, у нас купят, принципе... там пацаны, блядь, всем селом скинутся, блядь, на одну сабку, сабнутся, блядь, и все нахуй. Да не, ну там же это, блядь, не наша аудитория, там будет другая аудитория, которую мы тоже заинтересуем. А там, поверь мне, люди сидят при деньгах. У нас будет иммунитет к бану на Твиче. Фу. Ну да, в таком деле иммунитет не помешает. За деньги это, конечно, нормально, Лен. Бля! А-а-а! Тихо-тихо. Хорошо, мам, только я тебя поняла. Только не свои, блядь. В смысле, я про свои? Нет, свои не надо? А, мама, блядь, такая сразу, хопа, поняла. А, типа, и давай за свои. Я не пойму, мать либо за то, чтобы девушка ее, то есть дочь, скидывала сиськи за деньги, либо она такая говорит, а, нет, свои, тогда просто людей наебывай. Чё, ты вообще не понял логики, блядь, мать какая-то вообще странная сейчас была. Залетела как бы. Да, ну, говорю, типа, либо одно... Зарабатывай главные деньги, заебало сидеть дома, блядь, за компом, деньги зарабатывай. Бля, ебать, как же она заебала уже, а? Не, меня не заебало. Я не знаю, это разные или это одна и та же? Это разные, разные. Ну, мне нравится, мне нравится это.